Доброе утро, дорогие телезрители. В эфире передача «Мир Дэнди». Как вы знаете, наша передача пошел уже 4-й год, и мы стараемся идти в ногу с прогрессом. А он, как известно, не стоит на месте. Выходят новые приставки, новые игры, старые постепенно устаревают. Мы пытаемся следить за всем этим. И в общем, что я хочу вам сказать, мы больше не будем рассказывать про 8-битную Дэнди. Это еще не значит, что эта приставка умерла. Нет, мы просто перестанем знакомить вас с новыми играми на нее. Но как бы то ни было, наша передача продолжается. Итак, смотрите «Мир Дэнди». На этот раз мы начинаем нашу передачу с приставки Sega и поведаем вам о Contra 3. Ну как, удивлены? Я тоже сначала удивился. Короче, заряжаем пушки, если они у вас есть, и окунаемся в мир Contra. Нет, это совсем не новая Contra, потому что она была выпущена в 1990 году. Да-да, вы не ослышались. Просто мы пропускали ее мимо глаз, а зря. Зато сейчас ее можно назвать новой. Ведь наверняка почти никто не играл в эту часть. Хотя игра была выпущена в 1990 году, от этого она явно не пострадала. Но меня терзают смутные сомнения. Настоящая Contra была сделана компанией Konami, а это Data East. Но в общем, это не так уж и важно. Все равно Contra, она и в Африке Contra. Сюжет, как всегда, тот же самый. На землю нападают плохие ребята, а хорошие, вернее хорошие, тут он один, выходит на тропу войны. Но это только сюжет, остальное все изменено. Например, оружие, в отличие от других контр, теперь в воздухе не летает. А чтобы его достать, надо сначала уничтожить людей в красной форме, потом взять оставшиеся после них ключи и с помощью этих ключей открыть двери, которые предоставляются после прохождения каждого уровня. Оружие же тут на любой вкус. Шотган, огнемет, автомат и тому подобное. Еще одно отличие состоит в том, что в этой контре можно играть только одному, а не вдвоем. Также многое можно поставить в опциях. Управление, сложность, количество жизней и количество продолжений. Лучше ставить все на максимум, кроме сложности, конечно, потому что игра сама сложная. Вообще, в последнее время очень мало легких игр. Что можно сказать об уровнях? Они очень разнообразные и длинные. В конце каждого, как всегда, босс. Сначала не очень сложные, а потом очень. Игра снабжена большим количеством врагов, сверху донизу. Пулеметчики, автоматчики, гранатометчики, танки. Но вы не пугайтесь, все не так уж и плохо. Хотя может быть совсем плохо. Музыкальное сопровождение и управление очень хорошее. Сюжет очень захватывающий. Игра вообще очень захватывает. Даже не оторветесь ни на момент. В общем, все в лучших традициях контры. Наступило время для хит-парада. Сегодня он будет так же, как в прошлый раз, необычный. Сегодня будут только первые места. То есть лучшие игры в своих жанрах. Thank you.
A lovely evening here in Barcelona. The jackets off in the studio and a glass of sangria at halftime. And to look forward to, as well as a great game of football. И продолжаем мы нашу передачу приставкой Sega. Сейчас вы узнаете о совершенно новой игре NBA Live 98. И этим все сказано. Наконец-то в доме Дэнди появился NBA Live 98. В отличие от предыдущих частей, на мой взгляд, это самое лучшее. Одним словом, король всех баскетболов на Sega. Во-первых, изменен интерфейс, то есть оболочка игры. Появилось много новых возможностей. Броски же выглядят просто великолепно. Намного красивее, чем в других NBA. То же самое можно сказать и о графике со звуковым сопровождением. Как всегда, очень много известных баскетболистов. К сожалению, нет Майкла Джордана. Но есть многие другие. Еще можно отметить то, что тут есть возможность узнать все о каждой команде. Но, наверное, единственное в игре, что не изменилось, так это вид. Остальное так и блещет. А сейчас оторвемся на время от увлекательного, но ограниченного мира компьютерных приставок и отправимся в путешествие по бескрайним просторам интернета. Начиная с этой передачи, в свет выходит новая рубрика, в которой вы будете узнавать о играх, которые еще только находятся в стадии разработки. И первая игра, о которой вы сегодня узнаете, это Soul Edge 2. Начнем с риторического вопроса. Что нового? Изменилось почти все. Геймплей, графика, бэкграунды, игроки. Кстати, для фанатов Soul Edge. Из игры убрали Волда и Зигфрида. Но зато добавили множество новых. Да и все старые герои переменили свой облик. Рок стал демоном. Митсуруги надел новые доспехи. Лилонг сменил прическу. А вот, кстати, и он. Подвел высокосин. И, конечно же, сохранилось оружие. Обещают, что оно станет разнообразней, и его будет гораздо больше. Также улучшили световые эффекты, сделали побольше суперударов и комб. И самое главное, что нам обещают, это фаталити. До сих пор еще не решили, вставлять бы было кровь или нет. Но по последним данным, ее все-таки не будет. И одним словом, Soul Edge 2 будет настоящим хитом. И мы с нетерпением будем ждать его выхода. А теперь новости от Square. Во время разработки восьмой части Final Fantasy небольшая часть разработчиков начала игру над новой графикой под названием Cloud Antifa Fighting. Информации по этому продукту еще ничтожно мало, но мы постараемся держать вас в курсе событий. Кстати, новость для фанатов Twisted Metal 2. Третья часть этой замечательной игры выйдет не ранее 99 года, так что я бы пока посоветовал вам играть во что-нибудь другое. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Дэнди». В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10:30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнди». От Sega медленно, но уверенно мы переходим к Sony PlayStation. И сегодня у нас игра с необычным названием «Клонуа». «Клонуа» — очередная приключенческая бродилка от Namco. Что же на этот раз нам предложит этот довольно известный разработчик игр? Начнем, пожалуй, с сюжета. Где-то очень далеко, на неизвестной планете, жил себе один кот. И жил спокойно до тех пор, пока не появилось волшебное кольцо, упавшее на землю в один из летних деньков. Нашему герою с трудом удалось поднять его, так как оно было очень большим. Здесь и начинается настоящее приключение. Кто-то украл всех жителей деревни, и ничего не остается, как идти на выручку. Банально, не правда ли? Сам персонаж полностью, как бы сказать, двухмерный и бегает по одной плоскости, то есть слева направо.
Но это не совсем так. Весь окружающий мир выполнен в полном 3D. Да еще и камера не стоит на месте, гуляя в разные стороны. Вполне создается впечатление, что играешь в полноценную трехмерку. Врагов полны-полно, стоят по всем углам, проход не дают. Нашему котенку нечего опасаться, ведь при нем волшебное кольцо, с помощью которого он может выполнять настоящие чудеса. Немало уровней предстоит пройти и вам, каждый из которых состоит из двух подуровней и босса, как всегда превышающего размеры нашего героя в раз 10. Лично я любитель таких спокойных бродилок, как Клона. Надеюсь, его тоже. И наконец мы добрались до второй игры на приставочке Sony PlayStation. И сегодня я захотел вам рассказать об игре такого жанра, которая очень редко встречается на нашей любимой консоли. Это мирная стратегия. А игра, о которой вы сейчас узнаете, называется Transport Tycoon. Итак, Transport Tycoon. С этой игрой владельцы персональных компьютеров познакомились еще в 1995 году. Владельцы же PlayStation узнали о ее существовании на несколько лет позже. Я уверен, что игра им тоже понравится. Так что же в ней есть такого, что не дает игроку оторваться от экрана и играть, играть, играть? Рассмотрим все по порядку. Вы обычный бизнесмен, который захотел заняться собственным делом и открыть транспортную компанию. В самом начале у вас есть всего лишь 200 тысяч долларов, которые вы взяли в кредит в банке на 10 лет, и немного знаний, цена которым ровным счетом равняется 0. Перед вашим взглядом лежит целая страна со своими городами, лесами, реками и полями. Внимательно посмотрев, какой на дворе год, решайте, чем же вам заняться. Естественно, что в 30-х годах самым выгодным ресурсом является уголь, а ближе к 2000-му – нефть. Ну ладно. Куда вложить средства, мы нашли. Теперь требуется найти месторождение нужного ресурса и фабрику, где он требуется. Так как ваша компания транспортная, то добывать уголь из земли вас никто не заставит. Но всего лишь требуется доставить груз из точки А в точку Б. На словах все просто, но в игре одна прокладка дороги сквозь дебри лесов и реки чего стоит. Сколько лесов придется вырубить, сколько земли придется вырыть. Я уже не говорю про мосты, туннели и даже светофоры. Придется учесть столько факторов, что от одной цифры станет плохо. И поэтому я лучше не назову эту цифру. Кстати, как транспортировать, зависит только от вас. Можно поездами по железной дороге, можно автобусами и грузовиками, можно даже кораблями и самолетами. Были бы деньги, чтобы все это купить и поддерживать в рабочем состоянии. Ведь ничто не вечно в этом мире. Рано или поздно ваше транспортное средство сломается, и вам придется оплачивать его ремонт, а через несколько лет и вовсе купить что-нибудь новое. И только мафия, извините, я хотел сказать, налоговая инспекция бессмертна, и постоянно сдирает с вас налоги. Что прибыль получили, платите налог, что убытки, тоже платите. А еще банк пристал, гони проценты дорогой, и не забывай, что срок кредита подходит к концу. Не бизнес, а цирк какой-то, развиться спокойно не дают. А ведь еще конкуренты тоже не дремлют. Ведь помимо вас, в этой стране полным-полно других компаний, которые стремятся отхватить кусочек ваших доходов. Ведь знаете такую пословицу? Против лома нет приема, если нет другого лома. Так что соображайте и действуйте. И ведь прогресс тоже не стоит на месте. Постоянно открываются новые месторождения, изобретают новую технику. В 21 веке у вас уже будут небесные такси и одношпальные сверхзвуковые поезда. Но ведь это будет после. А у нас и сейчас проблем по горло. Требуется выбрать более-менее развитый городок и построить там свой офис. Потом в этот город придется вкладывать средства, строить здания, дороги, банки. Если хотите, можете даже на главной площади поставить свой собственный памятник. На худой конец можно заняться перевозкой граждан из одной деревни в другую. И не попадите в аварию, иначе ваш имидж будет сильно нарушен.
А впрочем, имидж ничто. В общем, легче перечислить того, чего нет в этой игре. Transport Tycoon наворочен до такой степени, что разобраться в ней будет очень и очень сложно. Но зато разобравшись, нас ждет множество часов интересной и увлекательной игры. Это я вам гарантирую. А теперь традиционная рубрика Help. И сегодня будут секреты для игры Автодестракт. Естественно, на приставочке Sony PlayStation. Не на Sega же. Автодестракт. Все коды вводятся в режим паролей. Вверх, вниз, влево, вправо, вниз, вправо. L1, R1, R1. Активировать системное меню. L1, 0, влево, L1, 0. R1, L1, вверх. R1, вниз. Бесконечное горючее. Влево, R1, вверх, L1, вверх, вправо, R1, вниз, L1. Бессмертие. L1, 0, вниз, L1, вверх, квадрат, 0, R1. Бесконечная нитро. Вверх, вправо, влево, вниз, 0, L1, R1, R1, L1, 0, вниз, влево, вправо, вверх. Дебаг моды. И тайм триал. L1, вправо, вниз, влево, вверх, R1. Выйдите на главное меню, и там появится новая опция. Ну вот, к сожалению, очередной выпуск нашей передачи подошел к концу. И я думаю, что вам она понравилась. Впрочем, я уверен, что вам она понравилась, ибо наша передача нравится многим, как младшему, так среднему и даже старшему возрасту. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом и пытаемся сделать нашу передачу еще лучше. Но не забывайте, что мы делаем ее для вас, и поэтому нам нужна ваша помощь.